Скандал в Пентагоне. Там началось внутреннее расследование об искажении американским командованием информации о своих успехах в борьбе с группировкой «Исламское государство». По сообщениям агентства Associated Press, военные подтасовывали разведданные, чтобы преувеличить достигнутый прогресс. Отчеты с недостоверными сведениями попадали на стол администрации США, в том числе президента Барака Обамы. До этого СМИ не раз замечали нестыковки в официальных заявлениях американских военных. Так, в мае командующий коалицией в Ираке уверял журналистов, что террористы находятся в обороне и проигрывают. А буквально сразу после этого иракское правительство признало, что боевики заняли центральный квартал столицы провинции Анбар, а через два дня захватили весь город.